Здравствуйте, я Лилия Тимиева, буду общаться с вами в культурном контексте. Смотрите в этом выпуске. Уникальный выставочный проект «Солнечная сюита Подмосковья» – это собрание картин художницы Ирины Воробьевой. Предлагают посетить Щелковская художественная галерея и историко-краеведческий музей. «Смерти не будет» – Борис Пастернак. Интересную постановку готовит любительский театр «Атмосфера» в районном культурном комплексе. Спектакль о безопасности дорожного движения показали в Щелковском драматическом театре. «Русь Есенинская. О жизни и смерти» – поэта в рубрике «Культ просвет». Щелковский историко-краеведческий музей и Щелковская художественная галерея представили совместный выставочный проект «Солнечная сюита Подмосковья», посвященный 85-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР Ирины Николаевны Воробьевой. Выставка прошла в рамках празднования 50-летия Щелковского историко-краеведческого музея и 88-летия Дня Московской области. Выставочный проект Ирины Воробьевой, заслуженного художника РСФСР «Солнечная сюита Подмосковья» стартовал сразу на двух площадках – в Щелковской художественной галерее и Щелковском историко-краеведческом музее. Ирина Николаевна – участница многочисленных выставок, всесоюзных, международных и республиканских. В настоящее время ее работы представлены в Государственной Третьяковской галерее, музее имени Пушкина, а также в других музеях России и стран бывшего СССР – в Египте, Франции, в Германии, Италии и других странах мира. Ее имя широко известно как в нашей стране, так и за ее пределами. Творческий путь Ирины Воробьевой тесно связан с нашим городом Щелково, в котором она проживала много лет. Работы, безусловно, великолепные, признание. Звание заслуженного художника Российской Федерации просто так никому не присваивалось. И вы должны это понимать, особенно ребята должны это понимать, что это давалось огромным трудом, да, титаническим трудом, мастерством, конечно же, талантом. Пришли на выставку и самые юные зрители, ученики 6 и 7 классов. Для них эта выставка должна стать примером во многом. Я бы сегодня пожелал именно молодым ребятам запомнить этот день, внимательно изучить. И знаете, что я хотел вам еще сказать? Чтобы вы проникнулись, что на этих картинах, какая мысль, какой смысл этих картин. Задумка объединить два выставочных пространства одной темой – жизнью и творчеством Ирины Николаевны Воробьевой – впервые реализуется в нашем районе. Объясняется это и большим количеством картин Ирины Воробьевой и ее увлекательной и насыщенной биографией. Ирина Николаевна занимала такое место достойное, она вела активную общественную художественную деятельность, что ни от каких командировок не отказывалась, и она была всем известна. На выставках представлены работы Ирины Воробьевой из коллекции Щелковского краеведческого музея, Щелковской художественной галереи, Химкинской картинной галереи имени Горшина, картинной галереи города Красноармейска и наследников художника. Ее можно будет увидеть на двух площадках. Начинается с музея, где рассказывается этап жизни становления художника и уже ее зрелость, ее разнообразные формы исполнения ее работ вы можете увидеть в стенах галереи. Немало работ Ирины Воробьевой посвящены советскому периоду. Дипломной работой стала серия цветных литографий «Люди целины». Активная, разносторонняя и увлеченная в своих работах, она передает атмосферу радости труда, веры, светлое будущее, любви к родине, в дни тяжелых испытаний, трудовых будней и великих побед. Разработка авторской уникальной методики печати цветной гравюры на картоне – одно из важных достижений Ирины Воробьевой. Она иллюстрировала книги, писала великолепные портреты, пейзажи, виртуозно используя различные формы и техники, в том числе графику. Увидеть и вдохновиться наследием замечательного художника Ирины Воробьевой можно до 12 ноября. Спешите. А театрально-концертный центр подготовил целое представление для юных зрителей – спектакль «В стране дорожных знаков» в постановке известного актера театра и кино, режиссера Игоря Письменного, рассказал ребятам о правилах дорожной вежливости. Премьера состоялась в рамках федерального проекта «Театры малых городов». Детский спектакль по пьесе Никиты Шмедько стал третьей премьерой сезона на сцене театрально-концертного центра. Для приглашенного режиссера, известного актера театра и кино, жителя нашего района Игоря Письменного, поработать с щелковскими актерами стало неожиданным, но весьма интересным предложением. «В стране дорожных знаков» уже вторая из постановок Игоря Федоровича в стенах Щелковского театра. Ранее зритель мог оценить премьеру спектакля «Любовь. Книга золотая» по произведению Алексея Толстого, открывшую театральный сезон. Параллельно приходилось, мы тут выпустили еще и взрослую премьеру, это все шло параллельно. Работа интересная, естественно, актеры хорошие, повезло очень, что здесь актеры, замечательная труппа, дружная, как семья. Поэтому работалось легко,
я думаю, всем, не только мне. Вот. Ну, а результат уже судить зрителю. Спектакль с первых минут отправляет зрителей в путешествие, где все привычное и повседневное становится таким интересным и кажется неизвестным. Здесь знакомые всем знаки, пешеходный переход, переезд со шлагбаумом, а также зебра и даже цвета светофора оживают и не дают сидеть на месте юным ценителям искусства. Дети становятся участниками действия в процессе общения с героями. Подготовка у нас была такая же, вот как спектакль. Спектакль получился очень динамичный, веселый, непредсказуемый. Вот такая же была и подготовка. При выборе образа сотрудника ДПС мы сперва думали сделать что-то некое театральное, но потом решили... Цирковое, да? Да, цирковое. Но потом решили, что сотрудник ДПС должен быть как настоящий сотрудник ДПС, чтобы дети с детства привыкали к тому, что это помощник, что это защитник, что это... Положительный персонаж. Положительный персонаж, да, во всех аспектах. Но! С некой изюминкой. Да, было такое режиссерское видение, что это циркач, который попал в ДПС. Премьера прошла в рамках проекта «Единая Россия. Театры малых городов». Его главная цель – поддержка муниципальных театров в их творческой деятельности, которая включает и обеспечение материально-технической базы, способствующей продуктивной работе. Новые постановки, идеи, реализовать которые при наличии качественного оборудования реальнее. Также в день премьеры депутат Мособлдумы Владимир Шапкин вручил сертификат на сумму 350 тысяч рублей руководству театра. Сертификат – это ежегодная помощь, которая выделяется из бюджета Московской области, из депутатского фонда, который нам дается для решения конкретных задач. И здесь я посчитал необходимым оказать помощь для того, чтобы в дополнение к прекрасным премьерам и постановкам еще добавилось такие необходимые элементы, как современный звук, современный свет, современные декорации. Это будет красиво, и, наверное, дети, конечно, это оценят. Ох, и нелегкая эта задача – на целый час приковать внимание самых юных ценителей искусства. Но, кажется, актеры Щелковского театра нашли тот самый ключик от детских сердец. В этот день концертный центр приполняли радостный смех и атмосфера позитива. И даже выходя из зала, зрители продолжали аплодировать. Премьера спектакля произвела настоящий фурор. Доказательство тому – нестихающие овации зрительного зала. И самое главное, режиссеру и актерскому составу удалось передать главную мысль постановки. Что же самое главное на дороге? Главное на дороге – вежливость. Что нового узнала в спектакле сегодня? Ну, все. Все было новым для тебя? Да. Теперь будешь правила дорожного движения соблюдать? Ага. А раньше не соблюдал? Ну, Лэнса тоже соблюдал. Больше всего понравился сотрудник ДПС. Почему? Потому что... Он был полуциркач, полуакробат, полу-ДПСник. В районном культурном комплексе полным ходом идут репетиции спектакля «Смерти не будет» Борис Пастернак. Это необычное сочетание поэзии, прозы, биографических фактов из жизни Бориса Леонидовича, чьи произведения, как, впрочем, и судьба, занимает особое место на страницах истории. В 1958 году Нобелевскую премию по литературе присудили Борису Леонидовичу Пастернаку. Вместо радости за выдающегося соотечественника власть испытала злость и раздражение. Фактически премии был удостоен роман Пастернака «Доктор Живаго». Годом ранее роман появился на итальянском, потом на других иностранных языках. Опубликовать роман на русском языке Пастернаку не позволили. Отдел культуры и Международный отдел ЦК развернули бурную деятельность в надежде помешать изданию романа. Не получилось. Затем столь же тщетно пытались сорвать присуждение Борису Пастернаку Нобелевской премии в области литературы. И это не вышло. 23 октября 1958 года Борис Леонидович был удостоен Нобелевской премии по литературе за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского эпического романа. Но эта премия дорого обошлась писателю. Его начали травить власти, коллеги. Переживания, а после скоропостижный уход из жизни после продолжительной болезни. В ночь с 30 на 31 мая 60-го года Борис Пастернак скончался. Жизнь, его творчество и судьба вдохновила режиссера и актеров любительского театра «Атмосфера» на создание спектакля «Смерти не будет» Борис Пастернак. Изначально мы этот спектакль делали в рамках нашего проекта, который мы в прошлом году запустили и намереваемся продолжать в течение следующих лет
я надеюсь. Проект называется «Цикл творческих встреч у самовара». Каждый месяц мы встречаемся, накрываем столы, ставим за них самовары, приглашаем гостей и показываем мини-спектакли, мини-представления, которые посвящены жизни и творчеству писателей русских, великих, разных. Это и драматические бывают, довольно серьезные вещи, бывают комические. Вот. Какие-то из этих вечеров перерастают в спектакли. Постановка довольно эклектична. Сочетаются здесь и мысли, и строчки. Сопровождает постановку музыка. То накаляя, то успокаивая. Хотя покой душе автора явно недоступен. Пастернак – личность, переживающая, как, впрочем, все творческие люди. Он был женат несколько раз, увлекающийся. Он в своем сердце находит и чувство глубокой привязанности к Марине Цветаевой. Борис Пастернак, вам нужно писать большую вещь. Это будет ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего не будет нужно, вы будете страшно свободны. Слушайте, Пастернак, здраво и трезво, в этом мире нам дана всего одна жизнь. Столько-то лет, хоть 80, но мало. Не для накопления, а для протрат. Не израсходуйтесь, вы задохнетесь. Пена вдохновения превратится в пену бешенства, и вы задохнетесь. Вам нужен драматург. Ежедневно. Чуть ли не ежечасно. И очень просто. Именно эти отношения во многом сподвигли его на написание романа. Мы изучали практически все материалы, которые можно себе представить, которые были написаны за все это время. Да? Это и биографии его жен, и биография его последней возлюбленной женщины. Это письма. В частности, вот есть один из эпизодов с Мариной Цветаевой. Их потрясающая переписка, полная любви, такой поэзии, такой вообще космоса какого-то невероятного. То есть все зависит от того, с кем у нас Пастернак сталкивается на сцене. То есть если он сталкивается с представителем власти, да, которая зажимала его всячески, особенно вот в тот период, когда он Нобелевскую премию получил, то это непосредственно документы, которые, там, стенограммы заседаний, это такие вот архивы какие-то, да. Если это какая-то лирическая тема, это письма, это воспоминания, это мемуары. Плюс параллелью здесь же, помимо биографической истории, да, идет его поэзия, ну, наиболее там знаменитые какие-то его стихи, как «Быть знаменитым некрасиво» или знаменитый его «Август». И еще одной параллелью идет само произведение «Доктор Живаго», потому что, конечно, сам спектакль именно ему посвящен. «Смерти не будет», Борис Пастернак. Спектакль для людей думающих, говорит режиссер Анастасия Гребенникова. Так что за развлечением и весельем людям сюда идти не стоит. Скорее подумать, поразмышлять. В процессе репетиции поняли, что нам надо менять саму структуру и переносить эту структуру на сцену со светом, со звуком и как положено. И так вот вырос наш спектакль. В принципе, премьера уже была 29 апреля. Мы его сыграли для зрителей нашего города. Вот, неоднозначные получили такие отзывы. Вот, кто-то даже встал, ушел. Ну, нас это не смущает. Почему? Потому что мы считаем так, что у любого спектакля или действия, да, не может быть всегда положительные, всегда отрицательные какие-то эмоции, да, если он рождает и те, и другие, а самое главное, что если те положительные эмоции, которые рождаются, потом за собой влекут что-то, то есть зрители выходили, а потом приходили к нам через какое-то время, говорили: о, спасибо вам большое, а мы пошли в библиотеку, взяли книжку, прочли ее, мы так много нового узнали, или там посмотрели фильм потом, или вообще заинтересовались и перепрочли всю поэзию и так далее. Вот мы для таких зрителей работаем, и вот этот спектакль, он тоже для таких зрителей. Первый показ в новом сезоне планируется в ноябре, так что есть еще время заново перелистать произведения Бориса Пастернака
и погрузиться в атмосферу поэзии, литературы и драматических переплетений судеб и душ. Он подписывался именем Аристон, когда его творческий путь только начался. В его жизни было больше 3000 женщин, по его собственным словам. Его дразнили безбожником. Он был возлюбленным Айседоры Дункан и воспевал природу России. И ни на что бы не променял Русь. В рубрике «Культ просвет» подробнее. «Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте Родину мою». Эти строчки из стихотворения Сергея Есенина «Гой ты, Русь моя родная» знает, пожалуй, каждый. Хулиган русской поэзии, его жизнь, как и смерть, вызывает немало вопросов. Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. Его отец служил в Москве в лавке. Сергей Есенин провел у деда и бабушки по матери Федора и Натальи Тюриных ранние годы. После поступил в Константиновское 4-классное училище, которое с отличием окончил. Также окончил Спас-Клепиковскую учительскую школу по специальности учитель школы грамоты. Летом переехал в Москву. Некоторое время служил в мясной лавке, где приказчиком работал его отец. После конфликта с отцом ушел из лавки, работал в книгоиздательстве, затем в типографии. В этот период поэт примкнул к революционно настроенным рабочим и оказался под надзором полиции. Был Есенин и вольнослушателем историко-философского отделения Московского городского народного университета имени Шанявского. В Москве он сближается с писателями Суриковского литературно-музыкального кружка «Объединение писателей-самоучек из народа». Стихи Сергей Есенин писал с детства, в основном в подражание Алексею Кольцову, Ивану Никитину. К 1912 году он уже написал поэму «Сказание о Евпатии Коловрате», о хане Батыи, «Свете Троеручницы», о черном идолище и спасе нашем Иисусе Христе, а также подготовил книгу стихов «Больные думы». В 1913-м поэт работает над поэмой «Тоска» и драматической поэмой «Пророк», тексты которых неизвестны. В московском детском журнале «Мирок» под псевдонимом «Аристон» состоялась первая публикация поэта стихотворения «Береза». В феврале в этом же журнале были напечатаны стихотворения «Воробушки» и «Пороша», позже «Село» и «Пасхальный благовест». В 1916 году выходит первый сборник стихов Есенина «Радуница», восторженно принятый критикой, обнаруживший в нем свежую, острую, юную непосредственность и природный вкус автора. Дальше Есенин проходит военную службу, первоначально в запасном батальоне, расположенном в Петербурге, а затем с апреля служит санитаром царско-сельского военного санитарного поезда. После февральской революции самовольно оставляет армию. Позже переезжает в Москву с воодушевлением. Встретив революцию, он написал несколько небольших поэм «Иорданская голубица», «Инония», «Небесный барабанщик», проникнутых радостным предчувствием преображения жизни. В 1919-1921 годах он входит в группу имажинистов, заявлявших, что цель творчества состоит в создании образа. В начале 20-х годов в стихах Есенина появились мотивы развороченного бурей быта, пьяной удали, сменяющейся надрывной тоской, что отразилось в сборниках «Исповедь хулигана» и «Москва кабацкая». Событием в жизни Есенина явилась встреча осенью 1921 года с американской танцовщицей Айседорой Дункан, которая через полгода стала его женой. С 1922 по 1923 год они совершили путешествия по Европе, Германии, Бельгии, Франции, Италии и Америке. Но по возвращении в Россию Сидора и Есенин почти сразу же расстались. В 1920-е годы были созданы наиболее значительные произведения Есенина, принесшие ему славу одного из лучших русских поэтов. Стихотворение «Отговорила роща золотая», «Письмо к матери», «Мы теперь уходим понемногу», цикл «Персидские мотивы», поэма «Анна Снегина» и другие. Некогда единый гармоничный мир Есенинской Руси раздвоился. Русь советская, Русь уходящая. Последние 2 года жизни поэта прошли в разъездах. Он 3 совершил путешествие на Кавказ, несколько раз ездил в Ленинград, Санкт-Петербург, 7 в Константиново. В конце ноября 1925 года он попал в психоневрологическую клинику. Одним из последних произведений Есенина стала поэма «Черный человек», в которой прошедшая жизнь предстает частью ночного кошмара. Прервав курс лечения, 23 декабря Есенин выехал в Ленинград. 24 декабря он остановился в гостинице «Англитер», где 27 декабря 1925 года он написал свое последнее стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания».
В ночь на 28 декабря 1925 года, по официальной версии, Сергей Есенин покончил жизнь самоубийством. Поэт был обнаружен утром 28 декабря, его тело висело в петле на водопроводной трубе под самым потолком на высоте почти 3 метров. Никакого серьезного расследования не проводилось. Власти города ограничились рапортом от участкового милиционера. Специально созданная комиссия не подтвердила версии о других обстоятельствах смерти поэта, помимо официальной. Есенин похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Представляем афишу культурных мероприятий в Щелковском районном культурном комплексе. 21 октября в 12 часов. Смотрите спектакль «Денискины рассказы». Это спектакль для всей семьи. Поучительный, задорный, зажигательный. Цена билетов от 600 до 800 рублей. 21 октября в 18.00. Спектакль «Неоконченный роман». Лирическая комедия. В главных ролях Мария Порошина и Ярослав Бойко. Цена билетов от 1000 до 1700 рублей. 28 октября в 12 часов. Мюзикл «Маугли». Маугли и его друзья приглашают детей и их родителей в красочный мир природы, джунглей и диких зверей. Цена билетов 600-800 рублей. 28 октября в 19 часов концерт «Фонограф Джаз Бэнд» под управлением Сергея Жилина. Новая программа «Let It Beatles». Цена билетов 1200-2300 рублей. 4 ноября в 12 часов спектакль «Дюймовочка». Невероятно трогательная, захватывающая и поучительная история приключений крошечной девочки, поставленная по классическому сюжету сказки Ганса Христиана Андерсена. Цена билетов от 400 рублей. 10 ноября в 19.00 спектакль в стиле рок Паганини. Интерпретация пьесы Владимира Балашова «Легенда о Паганине» Вячеславом Анисимовым. Цена билетов 500-600 рублей. 11 ноября в 18.00 концерт группы «Пикник». Новая программа «Искры и канкан». Цена билетов 1700-3300 рублей. 18 ноября в 18 часов спектакль «Идеальная жена». Легкая комедия положений. Цена билетов от 1000 до 1800 рублей. 3 декабря в 18 часов спектакль «Палаты бизнес-класса». Комедия по пьесе Александра Коровкина. В ролях народный артист России Семен Стругачев и Татьяна Васильева, заслуженный артист России Георгий Мартиросян, Светлана Пермякова, Ольга Прокофьева, Вера Бенескриптова, Дмитрий Аверин. Цена билетов от 800 до 2300 рублей. На этом все. И, как всегда, я, Лилия Тимиева, желаю вам культурных выходных и будней.